Well, hello, friends. Welcome to Gyumri. This is the second largest city here in Armenia. It is actually known as the cultural capital of the country. And I have been here for almost 2 weeks now. And it's kind of funny because initially I thought, oh, I don't know, there's probably, you know, not that much to do here. But I've just continued to extend my stay because I keep uncovering these interesting little facets of the city. So because Gyumri is such an art-centered city, I thought it would be interesting to track down some of its most well-known artists and just people of notoriety here in the arts that are still living in Gyumri and kind of get their perspective about how this city has evolved. Гюмри часто называют культурной столицей Республики Армения, потому что здесь были все виды искусства национального, были развиты очень. Большое культурное наследие. Я сейчас директор Гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории, и мы хотим своими силами как-то создать филармонический центр, то есть создать филармонию. Городскую филармонию классической музыки. Здесь будет одно здание, один зал, где будет звучать только классическая музыка. Я думаю, что у нас есть большая перспектива, потому что самое главное у нас есть – это талантливые люди. Стараемся, работаем, думаем, что и государство будет нам помогать, но в основном основную работу мы должны сделать своими силами. А многие, которые музыканты, они бывают, что они переезжают в другие страны? Конечно, чтобы... конечно, очень многие. Самые талантливые уезжают в основном в Германию, в Россию, в Германию. Ага. У нас выпускники в основном, ну, например, 3-4 дудукиста сейчас такую карьеру в России сделали, что мы восхищаемся. Вот сейчас ждем, на днях приедут из Франции мастер-классы, чтобы сдавали наши соотечественники. Еще один, которые двое, вернее, которые один в Испании, профессор консерватории, другой в Париже, они тоже летом приезжают. К сожалению, вот этот COVID очень пандемия помешала, так что связи очень хорошие у нас есть, и стараемся, чтобы все было на достойном уровне. As someone who has worked in the arts, well, since I was 15, basically, mainly in the film industry, I can definitely relate to how difficult it is, especially when you're first starting out, when you're not making any money, or maybe your work actually isn't that good, but you're passionate about it and you're, you know, trying to make it happen. You know, for many people, it takes years, if you can actually last all those years, to actually make it into a career. And I'm especially impressed by people who choose to stay in smaller centers and kind of revive the art scene there instead of going to a larger center, though I totally understand, you know, why certain people would. I myself did as well. But I especially commend people who decide to stay in a smaller center, even if they have the option, you know, to go abroad, to go to a bigger place where they might make more money, but they choose to make the place that they're from or a smaller sort of community that much more colorful. И когда вы стали артистом? Когда? Артистом не становится, рождается артист. Как говорят, искусство не продается, но покупается. Артистом не становится, рождается артистом. Да.
когда я был маленьким, рисовал мой брат. Он был любителем. Так что дома была такая обстановка художественная. А потом вот так получилось. Развивалось, да? Да. Она оконченная, просто так задумана. И вы всю жизнь живете здесь, в Гумри? Я всю жизнь жил в этой квартире. Ага. И мои родители, и я, и мои мой брат и сестра, все родились здесь, а сын родился именно в этой квартире. Не успели до полиции, так не дошли. И какой ваш самый любимый кусок искусства, который вы сделали? Все работы мои дети. Да. Я их всех люблю. Нельзя какое-то любить да. больше, чем другие. Скульптура, где можно сидеть, отдыхать, и называется тень. 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 Шейд, да? Нет, тей. 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 Это утро, а это вечер. И они держат тень. И вы всю жизнь такую работу делали? Да. Всегда была скульптура вам интересна, да? Ну. Учился, окончил, сделал, выставлялся, продавал. И всегда здесь, в Гумри, вы живете? Да, всегда здесь жил, в основном. Ну, за границей тоже жил, в Ереване тоже жил. Как вы бы сказали, Гумри поменялся в последние, ну, 20 лет? Да, да, меняется, конечно, меняется, но... Все зависит от общей политики. Было время, что не развивался, наоборот, разрушался. И сейчас думаю, что эти 3-4 года развиваются. Да. И что вам больше всего нравится про такую работу? Почему вы решили это сделать? Это легче отвечать мне. Потому что я себя в этом очень хорошо чувствую. Живу. Живу и отключаюсь, когда работаю. Когда заканчиваю мою работу, победивший эту трудность, торжествует победа, ты себя очень хорошо чувствуешь, да. как человек. Что вы сделали, что, да, что я внутри победил, да. хотела выйти. Что я победил. Thank you.
So that is it, my friends. I hope you enjoyed this video. Let me know your thoughts in the comments. Once again, a very big thank you to the three amazing people featured in today's video. And I would highly recommend you guys check out Gyumri if you come to Armenia, because there's definitely more to this city than meets the eye. So thank you guys so much for tuning in. I hope you're having a fantastic day, and keep being your own kind of beautiful. Bye, guys.